Доброго времени суток, мои дорогие любители насилия и жестокости. И сейчас мы будем делать делик у нас за тень, повысить стадию чистого зла 4 раза. Не сказать, что я особо рад этому делику, несмотря на то, что мне очень импонирует персонаж Майкл Майерс. То есть я смотрел все фильмы и ремейки робо-зомби и жду новую часть, которую обещали выпустить. Но для меня пока что персонаж сложненький. Играл я им мало очень. Вот. Так, а охота у нас есть? Охота есть. Вот. Поэтому, да, со скиллом на этом парне у меня пока что проблемы. Вот. Перки мы пока ему эти и оставим, это его родные. Ну и будем ждать игру. Итак. Мы начинаем нашу охоту за Майки. Как всегда, баланс очень сильно порадовал. Я посмотрел ребят. Поопытнее меня будут. Вот, но, в принципе, нам главное... Ой, что-то я так засмотрелся на Мэгги, что воткнулся в машину. Вот. Главное сделать делик. И я пойду играть на пиле. Скорее всего, так и будет. Он же хиллбилли, он же деревенщина. Я видел движение Мэгги. На тебе хитульку. На тебе вторую. Вот это уже похоже на закидон. Ну да ничего. Бладпоинты мне лишними не будут ни в коем случае. И что-то у меня подтормаживает, и я не могу понять, это игра, или это интернет, или это из-за записи. Да, опять придется ковырять настройки ОБС. Кажется, я слишком дохрена взял качество записи. А вот это пошла третья стадия. И у меня сильно лагает. Это очень сильно испортит мне игру. Очень. Категорически сильно портит мне игру, потому что вот эти вот прям... Просадки ужасные. Это что-то ужасное. Я не могу развернуться. Просто не могу развернуться. Мэгги. Ушла. Ладно. Пока сломаем генератор. И... Ну, надо хоть кого-нибудь положить, пока... У нас стадия. Ой. Вот. Невозможно играть абсолютно. Я, по идее, должен был хит прям в спину ей засадить. Но камера у меня не повернулась. И я не знаю, кого винить. Ну, разумеется, скорее всего меня, потому что, по-моему, я слишком много сделал ставку на качество записи, совершенно забыв о том, что это может как-то отразиться на качестве игры. Ой-ой-ой. Макс. Так, ладно, ты у нас уходишь в мир иной.
пока что. То есть уже. Как вы активно завели генераторы, ребята, ребята, постойте, постойте, постойте. Дайте мне хотя бы еще побегать. Еще хоть раз стадию набрать. Где это было? Где это было? Где-то в доме, да? Ёлки-палки, я опять облажался. Ладненько. Ты пока побегай, побегай, моя хорошая. На тебе я, кстати, уже почти все набрал. Деда! Деда! Так, так. А что это ты тут сделал? Вот если бы ты этого не сделал, ты бы мог спокойненько уйти, наверное. А нет, в принципе, ты так. Слушайте, ну невозможно. Очень сильно просаживается мой FPS. Прям невероятно. Ать, почти. My mistake. Нож оказался немного коротковатым. Я чутка не дотянулся. Так, и получается, по идее, мы третий раз стадию повысили. Если нам в этой игре повезет. Ой, что я делаю-то, господи, она уже у меня набрана. На автомате уже. На автомате начал набирать стадию. Потерял немного времени. Ну, немного времени, это не критично. А почему так вот? Почему, когда против меня Майкл играет, мне кажется, он намного быстрее двигается. Не раздражай меня своими вот этими вот кругами, пожалуйста. Наркоманы, пришли тут на мою территорию генераторы свои вонючие. Это не дотянулся, да ёперный театр. Вот теперь дотянулся. Как раз под самый конец третьей стадии я все-таки тебя хитанул. Причем хорошо так хитанул. На какой тебя крюк? Вот на тот крюк мы тебя и унесем. Тара-та-тара-та-тра-та-та. В принципе, мне бы еще разульку набрать. И можете уходить. Но для этого придется кемпить. А кемпить это самый верный признак гомосексуализма, насколько я знаю. Насколько это обсуждается в комьюнити. И, в принципе, по моим соображениям, по моим взглядам на... Вот, деда. Деда. Давай, давай, давай. Побежали, побегаем, побегаем. Да елки-палки. Ну, смотри-ка, что. Ну, я говорю, то есть там у ребят где-то раза в три больше часов, чем у меня. Там по 300 было. И... Да, конечно, они опытнее меня. Я для них как дурачок. Но... Но что поделать, ну что поделать. Таков баланс. Таков баланс. Тра-та-та. По-моему, я сделал этот квест, я очень надеюсь. На тебе. Ножиком в спину. И пойдем с тобой повисим. Если нам повезет, еще дед прибежит, получит хит. Пока у меня третья стадия. И мы его тоже повесим. Ну, стоять мы не будем. Ага, ага, ага. Вижу. Мэгги.
Так, ладно. Охоту продолжим попозже, а пока что мы получим бладпоинты за то, что повешаем этого парня с Ютуба. Фиксплей, привет твоему каналу. От моего. Ну что я могу сказать? Я не знаю, как сейчас это будет отражаться на самом видео, который сейчас снимается, но проблему с просадками FPS во время записи я обязательно решу что-нибудь, как-нибудь да придумаю. Ой, я думал, деда перед ним побежит. Ну ладно. Не побежал, не побежал. Фиксплей. А, деда с часами, одолженное время, понятно. О, лол. Че, в этом что ли? Ты в этом, фиксплей, ну камон. Пока я тот чекал, мог бы выбежать. Ну ладно, дело твое. И где наш супер дед спаситель? Он, наверное, уже несется. Он несется, да? Пока не ощущается никого. Ты что-то делаешь, наркоманы! А ну, не трогать генераторы! Я сказал, не трогать генераторы. Мои генераторы. Видишь, что? Последний генератор собрались заводить. Бах, бах. Привет. Ты давно не висел на крюке. Хару, хару. Мы сейчас это исправим. Обязательно. Ты займешь место фиксплея. И тем самым еще и отправишься на тот свет. Без обид, братан, но это мое хобби. О, фиксплей, здорово. А вот как раз и крюк для тебя, братан. Не особо было разумно прятаться рядом с крюком. Ну что поделать, деда? Дашь мне третью стадию? Третью стадию мне дашь? Дашь, дашь, да? Спасибо. Все, тебе пизда. Эй, камон. Хитрый, хитрый дед, хитрый. Ладно, прям на крюке стоял, знал, что выйдет. Ой, на крюке, на люке, на люке. Ну что ж, неплохо. 3 из 4. С учетом того, что... С учетом того, что... Я абсолютно не умею играть на Майкле Майерсе, так как он у меня появился недавно. И все же. И все же. 3 из 4 неплохо, и мы сделали делик. Да, мы сделали. Отлично.